Совместная акция фонда ООН в области народонаселения и областной госавтоинспекции компании «Белые ленточки 2014» прошла 25 ноября в Бресте. Ее участниками стали водители, представители сильной половины человечества. В рамках превентивного мероприятия с автомобилистами проводились небольшие беседы, а также в качестве бонуса участники акции получали памятные подарки. Мы проводим профилактическую акцию совместно с фондом Организации Объединенных Наций. В адрес госавтоинспекции обратились и попросили оказать содействие в проведении действительно необходимой акции. Почему? Потому что насилие, в принципе, оно же не только в доме, оно может происходить везде. Поэтому основная наша задача – это в первую очередь, наверное, предотвратить и научить людей, подсказать, что насилие, оно опасно и, как правило, приводит к нехорошим последствиям. В профилактической акции приняли участие специалисты территориального центра социального обслуживания населения Московского района города, учреждения, непосредственно занимающегося адаптационной работой, направленной на поддержку людей, пострадавших от разных форм насилия. Каждый участник мероприятия, подтверждая свой протест насилию, получил в подарок белую ленточку – международный символ единства. Нам хочется очень пожелать каждому, чтобы в семье царили мир и покой. И насилие – это всегда страшно. Эта проблема очень актуальная, очень распространенная, и хотелось бы, чтобы эта акция была маленьким шажочком для того, чтобы несчастных людей стало меньше. Профилактическую акцию поддержали практически 30 городов Беларуси, что является хорошим поводом говорить о том, что общество против насилия. Бороться с ним, не рассматривая факты его присутствия в обществе, просто невозможно. И только от выбора каждого зависит, каким будет завтра.